Пробудись, Кыргызстан, Дух Божий, с тобою. Доброе утро всем, кто сейчас участвует в этой трансляции с нами. Да благословит вас Бог обильно. Сегодня суббота, 10 сентября, и мы начнем сегодняшний день хорошо с молитвы Богу. Мы сейчас помолимся и попросим у Бога направление, защиту. Мы верим, что Он услышит нашу молитву и благословит нас в этот день. Давайте обратимся к Богу. Это момент молитвы. Давайте сейчас поговорим с нашим Господом. Мой Господь и мой Бог, во имя Иисуса Христа мы сейчас обращаемся к Тебе в молитве. И мы просим, Господь, чтобы Ты благословил сегодняшний день. Иди, Господь, впереди каждого из нас для того, чтобы направлять нас, укреплять нас во имя Господа Иисуса. Мы нуждаемся, мой Бог, в Твоей силе, в Твоем направлении, в Твоей защите. Поэтому, мой Бог, сейчас обращаемся к Тебе. Поставь, мой Бог, сильных ангелов вокруг каждого из нас. И защити, мой Бог, нас, нашу семью, наших друзей от аварии, от катастроф, от зависти, проклятия. От всего негативного. Мой Господь, мы благодарим Тебя за сегодняшний день, за дыхание жизни, за семью, которую Ты подарил нам, за работу, за все, что Ты делаешь в нашей жизни, мы благодарим. И по вере, Господь, провозглашаем, что сегодняшний день будет успешным, благословенным днем во имя Господа Иисуса. Мой Бог, я молюсь сейчас за всех работников, за всех людей, которые участвуют в этой молитве. Молю за тех, кто поедет уже сейчас рано на работу, кто поедет попозже, кто поедет в город по делам, кто останется дома. Благослови и защити Твой народ во имя Господа Иисуса. Мы молимся, мой Бог, также за нашу страну. И просим, благослови Кыргызстан, благослови нашу землю. Пусть, мой Господь, в нашей стране люди обратятся к Тебе. Пусть у них появится желание Тебя познать. Пробуди, мой Бог, веру народа нашей страны. Мы просим, благослови нашу землю. Мы молимся за всех жителей. Мы молимся за правительство, за президента, за людей, которые имеют власть. Используй, мой Бог, их, чтобы наша страна процветала, чтобы наша страна могла развиваться. Мы благословляем нашу страну во имя Господа Иисуса Христа. Мы провозглашаем по вере, что наша страна благословлена. Молимся за другие страны бывшего Советского Союза, особенно за мир между Россией и Украиной, во имя Господа Иисуса. Дорогие друзья, помолитесь со мною сейчас, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. Слава Богу! Amém. Дорогие друзья, верите, наша молитва была услышана Господом. Он уже благословляет сегодняшний день. Amém. Я сейчас передам вам направление.
о том, что написано в Слове Божьем. Притча 22 глава и 29 стих прочитаем, написано вот так. «Видел ли ты человека проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями. Он не будет стоять перед простыми». Дорогие друзья, этот человек, такой человек, это тот, кто всегда делает свое самое лучшее. Редко мы находим такого человека. Потому что такой человек не тот, который только жалуется, который всегда обвиняет других людей. И тоже не тот человек, который делает все как попало. Он такой человек на работе, он работает не только ради денег, но он старается делать свое самое лучшее. Он не ленивый, он хочет всегда учиться, он хочет быть полезным. Такой человек родился, дорогие друзья, от воды и от духа, и он хочет побеждать для того, чтобы и его Бог был прославлен. К сожалению, этого не хватает многим людям, потому что своими словами они говорят о вере, но своими поступками они показывают, что еще не родились от Бога. Дорогие друзья, Бог, Он ничего не делает наполовину или как попало. И люди, которые верят в Него по-настоящему и живут по Его Слову, и они так же поступают. Они отличаются от других людей. И даже, когда ничего не говорят, все равно Божье имя прославляется через их поведение. Подумайте об этом. Ищите Бога, попросите, чтобы Он дал вам мудрость. Старайтесь делать свое лучшее. И вы можете быть уверены, что делая это, и будучи с Богом, вы будете стоять перед царями. Вы будете в жизни процветать, побеждать, потому что Бог вам поможет. Это Слово Божье для вас на сегодняшний день. Каждый день мы начинаем хорошо с молитвы Богу. В 6 утра, по бишкекому времени, вы можете присоединяться к нам. Напишите в комментариях, откуда вы участвуете в этой трансляции с нами. И в ваш комментарий добавьте, пожалуйста, эту фразу. Кто? Извините, напишите вот так. Дети царя, царей, всегда должны делать свое лучшее. Я это буду делать. Аминь. Пусть Бог вас благословит обильно. Хорошего вам дня. Идем вперед. Верим, что Бог уже идет впереди каждого из нас, и все будет хорошо. Пусть Бог благословит вас обильно. Хорошего вам дня. Идем вперед. Когда была еще пуста земля и царила тьма, Божий Дух